Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить татарский салат из отварной говядины. Первым делом ставим ее варить. А еще нужно отварить яйца. Понадобится всего 4 штучки. В состав этого салата входит также зеленый горошек, а еще мелко порежем чернослив и соленые огурцы. Яйца сварились, я их почистила, теперь мелко порежу. Говядину я также мелко порезала и отправляю ее в салат. Заправлять можно как сметаной, так и майонезом. Салат хоть и необычный, но очень интересный и очень вкусный. Огурцы придают сочность этому салату, а чернослив особую изысканность.